привет, автофанаты! У нас супер выпуск планерки. Вы просили рассказать о наших тачках и просили рассказывать о чем-то интересном. И генератор чего-то интересного сегодня Серега, потому что Серега продал свое американское корыто. Если вы не видели тест этого корыта, и вообще это был тест Сереги, то ищите его на нашем основном канале InfoCar. А ищите InfoCar Voyager. Вообще в поиске YouTube будет вам весело, проржете точно. Сейчас я вытру камеру. Что? Я думаю, если просто вести Voyager, все равно первый ролик будет там. Да, давайте вообще устроим голосование впервые в бэкстейдже. Какую тачку Серега выбрал? Американскую? В этом углу будет? Показывать не будем. В этом углу? Да, да. Японскую, американскую или немецкую? Давайте голосуйте, а мы пока расскажем, что он ее купил, за сколько? Но потому это что... Это с торгом, потому что начиналось... Потому что Серега чуть-чуть лох, и он сторговался, начал с***, а сторговался за... Но на самом деле просто барыга был полный пи***р. Привет ему. Передаем привет от команды InfoCar. Но ты согласен, да, с этим утверждением? Конечно. Да? Ты поддержишь? Я согласен. Это, я считаю, было очень плохо с вашей стороны так поступать. Но пора время раскрыть карты. Вообще тачка, ну... Бля, бомбезная. Я вот сейчас на нее смотрю. Давайте я вам. Тебе и Плимут нравился. Я расскажу, я немножко расскажу о ней. Это японская тачка. Вот она. Это Honda Civic в каком-то невероятно странном состоянии. Нормальном, хорошем. Ну, в смысле невероятное, потому что очень, как в смысле, год какой? 2005. А пробег? 149. 149 тысяч. Один владелец. Одна владелец. Сервис, одна владелец. Ну, в смысле, смотри, мы тут уже вот барыгу обзываем нехорошими словами, но в кои-то веки у барыги оправдалось, что девочка ездила в магазин, детей в садик возила, правильно? Оправдалась? Ну, походу, даже без детей. Ну, вот он тоже подумал об этом и решил накинуть еще 2 сотни, ну, да. Потому что без детей. Да. Так, ну хорошо. Значит, Civic Америкос? Нет. Да не может быть, биток из США. Да нихера. Официал. Слышишь, смотри, на интерциклоне обслуживалось. Ну, походу, да, надо почитать. Надо будет на интерциклоне почитать. Сильно сомневаюсь. А? Сильно сомневаюсь. Диски, это что за диски вообще? Красивые, да? А? Мне тоже нравится. Да, слышишь, и резина зимняя. Была зимняя резина? Да, но какая-то вот очень классная. А летней нету в комплекте? Нет. Он продал. Так, ну смотри, она даже в цвет практически вся. Питек 1.6? Да. Где кнопка? Там, это же Honda. А теперь смотрите, самое интересное, это салончик. Это бомбей, я считаю. Регулировок, сколько кресел. Посмотрите, в каком состоянии карты. Мечта какого-то года. Слышишь, а что это такое? Люк здесь? Да, только не открывай. Что, вода пойдет? Дождик. Я думал, у тебя там что-то лежит. Детское кресло. Это входило в комплектацию? Нет. Слушай, а что тут еще интересно? Ну, конюшечка, як треба. Ровный пол. То есть она не бывает полноприводной, да? Короче, Серега на ней накатает еще хотя бы 50 километров. Да. И мы уже будем 80. И мы будем снимать ее в рубрику «БУшка». Или в рубрику «Что потом?». Кстати, мы выбрали название «Что потом?». Ты слышал? Нормально тоже. Я считаю, да. Что почем? Сначала «Что почем?», а потом «Что потом?». Блин. Ладно. Пока. Спасибо, что вы с нами.